В наше время никогда не знаешь, когда могут понадобиться дополнительные денежные средства. Для оплаты счетов, для покрытия непредвиденных расходов. Всем привет! Сегодня я получил наконец-то симку от Dennycom Mobile. Это оператор, который говорит о том, что у него есть тариф бесплатный, то есть можно бесплатно пользоваться услугами данного оператора. При этом на тарифе бесплатный даже есть 1 гигабайт трафика, 30 минут на звонки всем операторам и 50 смс. При этом внутри сети разговоры бесплатны. То есть идеальный оператор, например, чтобы вставить симку в какие-то носимые устройства, детям в устройства. Будем вскрывать, пробовать. Вот так вот у них выглядит сайт. Симка мне пришла почтой. Вес посылки 20 грамм. Шла она где-то неделю. С момента заказа симки прошло 2 недели. Давайте пробовать. Так, вот такая комплектация. Это, соответственно, сама симка, в которую можно выдавить как нано-сим, микро-сим и обычный сим. И краткая инструкция о том, как активировать симку, а с обратной стороны, как настроить интернет. Все достаточно понятно. Какой день? Чудесный день, чтобы отправиться в пустошь за новыми танками. Мародер, Франкенштанг, Могильщик. Они могут стать твоими. Врывайся в безумные игры с 17 октября по 12 ноября. Докажи, что достоин управлять этими монстрами. Мародер. Властелин бездорожья с двумя орудиями на выбор. Его ты можешь получить за 50 побед в обычных боях или на аренах Mad Games. Если у тебя есть техника 5 уровня и выше, выбирай безумный режим и отправляйся в бой. Правила ты знаешь. Побеждай, несмотря ни на что. Против тебя будут не только другие авантюристы из пустоши, но и сама природа. Надвигается буря. С каждой минутой она становится все сильнее, а накал борьбы растет. Чтобы выжить, пользуйся модификациями своего танка. У каждой машины их две. Часть их нужно активировать вручную, часть срабатывает автоматически. Чтобы завладеть Франкенштангом и Могильщиком, придется пересечь пустошь. Добывай биодизель и печенье для жителей встречных поселений и двигайся к заветной цели. Биодизель выдается за победы в обычных и безумных боях, но только если получишь больше 300 единиц чистого опыта. Чем выше уровень танка, тем больше ценного ресурса. Печенье ты найдешь в обычных бонусных контейнерах. Настойчивых ждет награда. Она зависит от пути, по которому пойдешь. 20 тысяч свободного опыта и Франкенштанг. Или многочисленные бустеры и Могильщик. Его зовут так неспроста. Те, кто имел дело с его шестизарядным орудием или ощутил на себе таран, теперь безмолвны. Все три машины окажутся в ангаре у настоящих королей пустоши. Да начнутся безумные игры. Танкуй, чтобы выжить! Мэр!
Red Games. Окунись в технобезумие. Турботанки, танки-вампиры, невидимые танки. Mad Games — это сражение техники от 5 до 10 уровня. Бой ведется по правилам режима превосходства на картах, где веселее всего предаться безумию. Все машины поделены на 10 боевых ролей. У каждой роли свой уникальный набор способностей. Первая способность — активная. Когда хочешь, тогда и включаешь. Вторая — пассивная. Работает постоянно сама по себе. Это бомба, что они творят! Хамелеон делает машину невидимой в бою и на миникарте, увеличивает мощность двигателя и максимальную скорость. Высокооктановое топливо в 10 раз увеличивает мощность двигателя, в 3 максимальную скорость и в 15 прочность гусениц. Облучатель добавляет 50% урона по указанному противнику от тебя и твоих союзников. И это всего 3 способности из 10. Mad Games плюс 5 ко всем параметрам фана в бою. Thank you.